проспект, двигаемся. Да, поехали. Выполняем разворот. Сейчас что скажу? Остановку. Ну давай. Какой раз? Мы четвертый уже здесь остановились. Что-то мне кажется, подвох в чем-то есть. Подвох есть, да? Я чувствую. Ну поехали, еще разок сделаем, и ты посмотришь, есть ли подвох или нет. Выполняй то же самое. Да ты не смотри назад, поехали. Что понятно? Знак. Знак. Стоянка, остановка запрещена. Понял? Да. Ну, поехали. Ну, вот если бы ты вчера мой YouTube посмотрел бы, у меня девочка здесь 5 раз останавливалась. И это, кстати, я последнее видео выложил как раз, самое новое. Ты бы вот посмотрел, знал бы. Я понял. Потом 3 секунды, все.